Вопросом расширения и обновления ассортимента товаров отечественного производства с учетом покупательского спроса Министерство торговли уделяет повышенное внимание. В ходе рабочих встреч, ярмарок и других мероприятий с участием производителей вносятся конкретные предложения по выпуску конкурентоспособных товаров. Об этом сегодня на выездном заседании коллегии Министерства торговли в Гродно сообщил министр отраслевого ведомства Беларуси Валентин Чеканов. В целом, по его словам, торговля в первом полугодии сработала неплохо. Розничный товарооборот за отчетный период составил около 116 триллионов рублей. Темп роста более 119%. Результаты, об этом говорят и розничного товарооборота, и наш вклад в ВВП страны. Это таких две вещи основные. И я думаю, что то, что касается прямых иностранных инвестиций, инвестирования, тоже цифры положительные. Нам не удалось решить все проблемы. У нас, к сожалению, есть некоторые отставания, но я думаю, что мы по итогам года их решим и выйдем на все параметры, которые нам правительство довело до нашей отрасли торговли. После завершения заседания коллегии министр торговли пообщался с представителями средств массовой информации. Журналистов, в частности, интересовал вопрос создания в Беларуси межведомственного совета по рекламе, который возглавил Валентин Чеканов. В состав совета вошли представители министерств экономики, информации, культуры, спорта и туризма, облсполкомов и другие заинтересованные. Сейчас очень актуальная тема этого межведомственного совета, потому что, вы знаете, сейчас пошли изменения, внесены в закон о рекламе, они начинают действовать, и поэтому вопросов много появляется. С одной стороны, мы как бы упростили моменты, с другой стороны, есть очень много вопросов, которые у нас появляются тем, кто дает рекламу, тем, кто выпускает рекламу. Есть такие вещи, как зонтичные бренды, с которыми надо очень серьезно заниматься. Я думаю, что вот совет по рекламе – это тот орган, который позволит не принимать какие-то единоличные решения, а взвешенно с учетом мнений бизнеса, с учетом мнений рекламодателей, с учетом мнений тех, кто производит товар, определяться, в каком направлении идти, какие претензии предъявлять, если реклама не совсем соответствует тем стандартам, которые существуют. Напомним, 25 июля, в первый день работы выездной коллегии, Валентин Чеканов ознакомился с работой предприятий торговли. Министр посетил предприятия «Гарант», магазин «Пятый элемент», объекты областного потребительского общества, молодежный центр «Гродно». Валентин Чеканов дал высокую оценку развитию объектов сферы услуг и торговли нашего города. Андрей Шмыгин, Сергей Печерица, новости «Гродно плюс».